здорово, мальчик. Здравствуй, дорогой. Как дела? Ничего. Летим мы как домой, чего ты расстанешься? Тут у нас все в порядке. Ереван как домой. Александр Григорьевич, очень рад встретить вас в Ереване, в столице Армении. Завтра у нас намечается заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. И я думаю, что это действительно очень важное заседание, потому что сейчас с октября уходит в силу договор о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. И сейчас, завтра мы готовимся подписать аналогичный договор с Сингапуром. Это означает, что круг партнеров Евразийского экономического союза расширяется. И я очень рад, что это происходит во время председательство Армении в Евразийском экономическом союзе, и я уверен, что это поднимет привлекательность ЕАЭС и откроет новые возможности для бизнеса во всех странах Евразийского экономического союза. И я очень рад этой встрече, потому что мы сможем обсудить некоторые вопросы наших отношений, которые находятся на довольно хорошем состоянии, уровне, но, конечно, мы всегда об этом и говорим, что не надо останавливаться на достигнутом, и нужно дальше развивать отношения. И, конечно, Беларусь наш стратегический партнер, очень важный партнер, и мы очень плодотворно сотрудничаем, и надеюсь, что это сотрудничество будет все плодотворнее и плодотворнее. Михаил Иванович, спасибо большое за эту встречу, очень важную, которая предваряет завтрашнее совещание глав государств в рамках нашего экономического союза. Хочу вас поздравить с очень эффективным председательством, и особенно я знаю, насколько вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ними договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны заключить с Сингапуром, проработать вопрос заключения зоны свободной торговли, я сказал, ориентируйтесь на Никол Пашинян, ориентируйтесь на Армению, потому что мы, экономики наши похожи, и не думаю, говорю, что Армения там что-то для себя будет делать плохо, что навредит, допустим, в том случае нам. Поэтому мы ориентировались на ваши разработки, наработки, хотя, конечно, тоже анализировали ситуацию и всегда вас поддерживали. Вы это не можете отрицать, потому что любое ваше обращение к нам мы всегда поддерживали. И должен вам сказать, что это, наверное, первый случай, когда буквально за год вы смогли не просто продвинуться, а выработать соответствующее соглашение. Откровенно говоря, честно говоря, Сингапур должен благодарен быть прежде всего Армении за такое соглашение. Но должен отметить, что соглашение это на пользу всем государствам. В противном случае никто бы не рассматривал его. Поэтому очень оптимально, разумно, в оптимальные сроки было выработано это соглашение. Во-вторых, я внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне к белорусам всегда хорошо относились. Это похожие народы, очень трудолюбивые, многострадальные народы. Вы очень много говорите и правильно говорите о тех бедах, которые вы более 100 лет ощутили на себе. Мы много говорим о том, что произошло 75-80 лет тому назад во время геноцида фашизма.
вы знаете, в Беларуси, да и армянам хватило. Вот, поэтому история очень похожа, люди очень похожи, и мы, конечно, заинтересованы в выстраивании этих отношений. У нас сегодня небольшой, исходя из нашего потенциала, как вы только что отметили, товарооборот, но, представьте, уже не было вообще. И у нас, и у вас многие считали, ну ладно, не будем там сотрудничать, Ереван будет сотрудничать тут с окружающими государствами. Мы тогда сказали, нет, надо потихоньку выстраивать отношения. И сегодня, вот уже после того, как вы стали премьером, я посмотрел данные, 140% рост товарооборота. Да. Это очень хорошие темпы. Мы нашли дороги, мы нашли пути, особенно когда стали в Евразес. И я вам должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать вас, ваш бизнес в Беларуси. Если вам интересен наши предприятия, мы к вам будем приезжать, будем создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, Николай Иванович, что вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Вы знаете, мы будем, если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, я к премьеру, не дай бог, мы все равно жестко будем настаивать на том, чтобы мы были очень близкими, дружественными государствами, и вы должны знать о том, что мы всегда готовы подставить Армении плечо. Всегда. Ну, так сложилось, что у меня, вы очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству Азербайджана, еще с тех времен, когда Гейдар Алиевич был Алиев, мы с ним начинали работать, и с вами у нас добрые отношения. Вы не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении. Абсолютно нет. Вот приезжайте в Беларусь, покажите пальцем, что вам надо. Мы готовы работать в интересах Армении. Поверьте, это такие отношения. Я вот затронул такую тему не дипломатично, может, мне не стоило ее затрагивать, но я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Вы знаете, что армяне и белорусы, нам придется их чаяния выражать. Нам придется с вами дружить, потому что наши народы дружны. И мы с вами лидеры государств, которые вынуждены волю народа реализовывать. Я из этого исхожу. Это вот не просто разговор. Вы должны поверить в искренность мою и знайте, что мы всегда хорошо будем к вам относиться, как к родным, как к братьям. Ваши люди, президент приезжал с диаспорой армянской, встречался в Беларуси, задал им вопрос. У вас какие претензии есть к власти и прочее? Ну, хоть не... Ни один армянин не встал и не сказал, но это армяне наши, чтобы вы знали, это белорусские армяне. Сказали, у нас нет никаких вопросов ни к президенту, ни к властям. Так будет всегда. Спасибо, Александр Григорьевич, за теплые слова. Я хочу подчеркнуть, что вот вы говорили о договоре с Сингапуром. Я хочу подчеркнуть, что это действительно честно, это плод командной работы, потому что все страны Евразийского экономического союза, все правительства и Евразийская экономическая комиссия очень интенсивно работали над документом, потому что это не только Армения и правительство Армении работали. Я хочу выразить благодарность за сотрудничество. Что касается прямоты, мы и договорились уже давно, что я ценю, это очень открытый стиль, и мы так и всегда общаемся. Я думаю, что это очень важно, чтобы у нас в отношениях не было темных углов, и мы всегда открыто все вопросы обсуждаем. Что касается, да, вы знаете, что, к сожалению, у нас с Азербайджаном вот довольно-таки непростые отношения, прямо скажем, конфликтные отношения. И мы этот вопрос обсуждали в рамках ОДКБ. И, конечно, каждое государство должно считаться собственными интересами. Но я хочу подчеркнуть, как и мы говорили об этом, у нас есть еще и коллективные интересы. И я очень рад, что мы способны вместе работать и обсуждать все нюансы, чтобы прийти к единому мнению. И, конечно, не все вопросы простые. Нам и
И вообще заниматься тем делом, которым мы занимаемся, это непростое дело. Я уверен, что у нас есть достаточно мудрости, достаточно храбрости и достаточно воли, что все вопросы решить, и решить так, что дружба и братство между нашими народами, между нашими странами развивалось и стало все теплее и теплее. Я в этом уверен.